А сейчас к блоку сирийской информации. Правительственная армия отбивает атаки террористов из группировки ИГИЛ в провинции Хамы. Это центр страны. Боевики попытались организовать массированное наступление в восточной части провинции. Сирийские ВВС, артиллерия наносят упреждающие удары. И вот появились уникальные кадры. На них зафиксировано, как накрывает минометную батарею джихадистов в тот момент, когда сами джихадисты приготовились стрелять. Артиллерия сирийской армии и ливанского ополчения наносит удар по позициям боевиков и на юге провинции Алеппо. Правительственные войска продолжают наступление и в самом городе. За последние часы террористы выбиты из нескольких заводских строений и промзон. В ближайшее время армия планирует освободить Эль-Эс. Это один из ключевых городов провинции. Ополченцы из так называемых демократических сил Сирии объявили, что близки к освобождению от ИГИЛ города Манбидж в той же провинции Алеппо. Бои там продолжаются уже больше месяца. Ополченцы поддерживает авиация международной коалиции во главе США. В боях принимают участие курдские отряды. Мы почти закончили в Манбидже. Осталось освободить 15-20% территории. Что касается ИГИЛ, многие из боевиков были убиты. Однако мины, заложенные на дорогах и в зданиях, мешают нашему наступлению. Террористы атакуют нас с помощью автомобилей и мотоциклов, начиненных взрывчаткой. Это задерживает нас. Но надеемся, через 2-3 дня мы полностью выбьем ИГИЛ отсюда.